Всем привет, ребят, с вами я, Кирилл. Сегодня мы с вами, это первое видео игры в Roblox. Сегодня с вами будем проходить в этом Roblox паркур. Так что, ребята, ставьте лайк, и мы погнали. Так, ладно, погнали. Ребят, вы это видите? Оп. Все, ребят, прошел. Моя цель сегодня ни разу не... Так, ребята, это первая смерть, но я не упал. Прошел, ребята. Все, прошел. Арбузики. Погнали паркурить на них. Это... Поднимаемся по радужной лесенке. Оп. Скажу вам честно, ребята, я еще этот паркур ни разу не проходил. А что он делает, если вот так вот... Ай, блин, ребята! Первое из пяти. Падение вниз. Кстати, ребята, извините, я вам забыл сказать. Если я упаду 5 раз, выполняю наказание. А сейчас только я упал первый из 5. Ух. Так, а это что такое? А это просто? Класс. Мэри Поппинс, я иду. На недельку до 2-го я уеду в Комарово. Ребята, 2-е. Пробуждение. Так, ребята, иду уверенно. Так, а что за мои игроки не идут? Я помню, сейчас люли этим... Как его называют? Мечом дал. Это первый привет, наверное. Тут подсвечивается белым. Что все сразу догадались. Кстати, ребят, если вы догадались, напишите в комментах. Ребят, это заболел, конечно, я только что и сделал. Так. Ребят, я не читерю, я честно играю. А, ребят, это не щитово. Потому что меня сами кинули. А, типа, опять прокурить надо. Сразу правильно выбрал округ, да? Ребят, у меня у самого какие-то догадки, хоть я еще ни разу не проходил паркур. Но я уже знаю, как его проходить. Если вы тоже знаете, напишите. Третий! Ой, ребята... Надеюсь, я сегодня не буду выполнять наказание. Косточка. Кстати. Все, вы не должны здесь участвовать. Блин. Ладно. Капец, здесь сложный паркурчик. И еле прыгаю. Да блин, ребята. На самом конце. Ты не должен здесь быть. Оп. Не понял. Оп. Да блин.
Квест, это сложно. Все, включились в работу. Ну, ребят, это последнее. Ух, отлично, ура. Давайте сюда. Давайте, я вас уничтожу. Давайте, прыгайте, прыгайте. Я в конце почти прыгнула. Все пропрыгало, то есть. Ладно, вы здесь пока прыгаете, а я пошла далее. Хорошо. Иду. Уверенно. Так, я так понимаю, сейчас нужно прыгать по этим. А, надо по красным прыгать. Ё-моё, усложнение. Я думаю, игроки сразу про это не догадаются, а сразу будут думать, как же это пройти, ведь мы умираем на этом. Ух, ребята. Это сложный паркур, я вам довольно скажу. Ну, было написано, что это изи паркур, но это сложный паркур. Напишите в комментариях, ребята. Вот как это сложно проходить вам? Сколько? Так. Прыгаем, 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 прыгаем. Это красный, наверное, к ней прикасаться нельзя. Оп, 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 готово. Еще одно такое же испытание. А я думала, уже этих нужно касаться. Не такое же, оно отдельное. Так, 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 так. Оп. О. Класс. Все прошел. Отлично. Отлично. Мэри Поппинс. Оп, оп, оп. Блин, ребята. Понял, как это прокатить. А как на тебе наступить? А, все, понял. Ну что, ты сразу должна зайти? Что ты делаешь? Видео сниму. Ой, да ты задолбал своим видео. Ты постоянно его снимаешь. Никогда я его не снимаю. Уже 5 дней его не снимал. Вот вы обязательно с бабулей должны зайти. А ну кофту одень сверху, быстро. Кофту сверху. Девушки нет. Ну, ребят, пока иду уверенно. Ой, ребята, здесь сложно. Да? Так, ребята, иду. Все.
Ребята, это уже испытание, меня надоело. Мэри Поппинс, я иду. Ребята, я почти прошел. Ух, я прошел. Ой, ребята. Вот это я люблю. Вот это, ребят, я четкий. Опять она скорость развивает. Ой, ребят, опять эту скорость развивать. Подождите. Так. Сейчас могу людям помешать. Блин. Ладно, ребят, вот такой получился ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик и всем...